Ребята, мы открыли все уровни. Теперь у нас остался 15 уровень. Давайте посмотрим. 15 уровень. И возьмем такой какой-нибудь грузовичок. Вот этот возьмем. Да, с мороженым. Потому что на уровне был нарисован именно этот грузовичок. Так, все. Здесь анимации, как он залазит в машинку, нету. Ну, ладно. Поехали. Ух-ух-ух-ух-ух. Нифига себе. Молотки. Смотри, если мы вот здесь молоточек проезжаем, то мы, он ничего нам не делает. Прикинь, такой лайфхак. Вот так вот. Будешь играть, когда? Так же само поступай, как я только что поступил. И тогда молоток тебе ничего не сделает. Ну, сейчас мы проверим на следующем молоточке. Ой-ой-ой, крутилки, вонючие крутилки. Куда нас? Ух ты. Вау. А так можно разве было? Так, давай попробуем. Сейчас мы здесь проедем, интересно, или нет? Нифига себе. Так, а ну-ка назад сдадим. И вправо. Так, крутилочки нам сделали фигню подставу. Упали. Уровень не пройден. Ничего. Я повторную попыточку мы сейчас сделаем. Выберем мой любимый автомобильчик синенький. И на синеньком автомобиле мы, ребята, с вами поедем. В смысле? Алло! Где синий автомобиль? Куда он делся? Короче, игрушка зависла. Прикинь? Да, реально. Она какая-то двойная стала. А ну. Так, плей. Плей не нажимается. Короче, прикинь. Зависла игруха. Офигеть. Играем M to Dine. Игрушка. Так, поехали. Так, стоп. Это еще что такое? Подожди. Батюшки-матюшки. Так, заходим в гараж. Поехали еще раз. Все понятно. Это что такое, время идет? Мне нужно успеть за это время доехать до пункта назначения, получается. Ладно. Так, патронов у меня, вижу, нет. Надо будет покупать. Ох, сколько зомбаков-то, а? Сейчас, ну, в принципе, сейчас доедем. Бензина у меня вообще много. Он даже есть. Почему-то он не кончается даже. Ну, ладно. Не знаю, что это за челлендж такой. Сейчас будем смотреть. Ускоритель. Давай. Поехали. Так, ну все, доехали мы. Новый рекорд. Спасибо. Так, ну что ж, выбираем танк и едем в бой, ребята. Поиграем сегодня в танки. Так, зимний период. Играем против босса. Ну, до босса еще доехать надо. Здесь вертолетов, кажется, нет. Здесь просто танки. Ну, это как летний вариант, только с зимний. Несложный. Вот, они сейчас здесь застрянут, надеюсь. Так, этот не застреет никогда. У него более подвеска улучшенная. Так, забираем монеты наши. У нас уже 450 монет, нифига. Это круто. Так, едем, ждем, смотрим. Так, здесь обязательно подъедут танки. Смотри. А нет, едет. Все-таки. Я сначала подумал, что они едут, а они едут. Так, есть. Готов один. Сейчас подождем. Тихо. Как же тут неудобно стоять-то, а? Какой холм-то, а? Круглый. Ё-моё. Ладно, забираем монеты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, как они далеко летят. Может быть, отсюда получится их уничтожить. Хотя навряд ли, конечно. Никого нет. А, нет. Да что ж вы, ребята, такие тугодумы-то, а? Ё-моё, что ж вы не можете проехать-то этот холм-то, а? Что ж мне приходится к вам тут ехать на рожон, чтобы вы меня постреляли? О, это тоже второй дурачок. Все не может никак перевернуться нормально, ехать. На, ты чё, а? Подожди.
Мимо. Да ё-моё. Всё, получай. Так, следующий летит, дурачок. Но он опасный. У него столько ракет этих. Давай, ладно, не знаю, справимся или нет. Так, есть. Все, уничтожили. Давайте срочно подремонтируемся. Так, летит уже. Летит уже, чувак. Так, хотел другого. Получил этого. Так, тихо. Давай. Едь уже. Мимо. Ох ты, попадает. Смотри, как он хорошо. Опять эта ямка. Так, а вот и ежи стоят. Через ежи я не проеду. Все, здоровья у меня очень мало. Не знаю, потому что они там все скопились в этой яме. Пришлось ехать и как-то их уничтожать. Так, тихо, вот этого я не люблю, а? Еще долго до этого самого, до босса. Очень долго, ребята. Очень долго. Не знаю, дотяну ли я. Будем стараться. Так, вот он, чувак, едет. Он вроде бы не опасный. Но если начнем стрелять, это вообще плохо очень. Так, забираем монетки. О, вот этого мы сейчас щелкнем. У него поворачивается вот эта штука. Дуло. Дуло поворачивается, это плохо. Ё-моё. Да сколько вас-то, а? Так, все. Уничтожили. Не получилось. Не получилось, ребятушки, никак. Ладно, в следующий раз мы, я надеюсь, сможем победить. Варанаси, нифига, мы в Индии, ребята. Мы реально в Индии находимся сейчас. И у меня 8 турбо, ты представляешь? И нам нужно еще собирать монетки. Чтобы получить супер турбо. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига. Вот это Варанаси, ребята. Конкретно, смотри, Индия, реально Варанаси. Так, ускоримся. Ох ты, ё-моё, нифига себе. Да как так? Меня вообще что-то... Вот эта трасса вообще серьезная и тяжелая. Офигеть. Так, давайте максимально будем ускоряться. Ох-ох-ох-ох-ох, я даже не замечаю, как я въезжаю во все эти повороты. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, реально, ребята, здесь победить тяжело. Вон оно что, почему. Вон оно почему, Михалыч. Нам столько много турбо дали. И еще 4 круга у нас. Офигеть, офигеть. Ладно. Ух ты, мало топлива. Наконец-то у нас. Ребята. А где я это топливо возьму? Подожди. Где мне... А, вот топливо есть. Ну, этого не хватит, что я там взял. Ладно, давай ускоритель используем. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Да, если бы я еще не переворачивался бы. Да, немножко топлива мы взяли. Надо будет еще искать топливо. Где же здесь еще есть топливо? Ага. Че, а че они все переворачиваются на прямой дороге? Нет, топливо написано. Ё-моё, ёшки-моташки. Так, а что ж мне делать теперь? Где мне топливо найти? Реально, где мне найти топливо теперь? Если здесь топлива нет у меня. Офигеть. А на чем он едет туда? На воздухе, что ли? А, все. А, вон топливо стояло. Там чуть-чуть топлива было. Я немножко не доехал, ребята. Да, гонка окончилась. Окончилось топливо. Ну что ж поделаешь, ничего не поделаешь. И такое бывает. А, давайте возьмем какую-нибудь машинку. А, тут типа ретро-автомобили только. Ну ладно, поехали. В Оксфорде время пить чай называется. Офигеть. Ну что, ребята, давайте поиграем в фан-зомби. Я сейчас покажу фишку одну. Как можно выигрывать в Plants of Zombie онлайн. Рассказываю. Значит, тебе дается вот соперник, и ты выбираешь, что ты будешь сажать. Я, например, выбираю... Так, подсолнышек, потом у меня идет орешек, потом у меня идет вот этот стрелятель и вот этот стрелятель.
Второго кого бы взять бы? Кого бы взять бы? Можно... Давай вот этого попробуем. Вот этого. Все. Поехали сажать. Но, ребята, фишка в чем? Фишка в том, что мы сейчас никого не садим. Нет, абсолютно никого. И ждем первое солнышко. Когда появляется у нас первое солнышко, мы его забираем. И садим. Садим первое солнышко. Потом садим второе солнышко. Садим потом кукурузку. Потом садим солнце. Садим еще кукурузку. О, не туда кукурузку посадил, ладно. Потом берем сюда вот этого чувака. Обстреливаем. Опять-таки кукурузку садим. Второго чувака обстреливаем. Ах, надо было его сюда поближе посадить. Ай-яй-яй, неправильно сделали. Ну да ладно. Еще садим, еще одного. Все, он их всех убивает. А в этих местах мы можем посадить. Сейчас придумаем кого. Давайте возьмем еще солнышко сюда посадим. Давайте также садим вот этих чуваков. Можно вот эту посадить. Пигалицу. Вот она будет стрелять. Ё-моё, давайте побольше вот этих посадим. Так, солнышко не забирай моё, алё, чувак. Не надо солнышко моё забирать. Но мы будем садить. Нам нужно их замораживать, чтобы они у нас не активничали. Будем потихонечку садить. Денег у нас достаточно-таки. Ах, мою эту уничтожили, что ли, чё, я не понял. Ох, нифига, куда вы вылезли, алё. Ладно, ладно. Так, не знаю, не получилось у меня. Так, время у нас, минутка остается. Все, всех мы заморозили. Ждем. Ждем, 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 ребята. Так, ставим всех в масло. Закручиваем. И эти у нас приходят, чуваки. Так, ну мы сейчас огонек сюда поставим. И опять сейчас всех заморозим. Хорошо, хорошо. Вроде бы получается. Так, 30 секунд осталось у нас, ребята. 30 секунд. Кого еще? Давай, будем пока их замораживать потихонечку. Сейчас подождем. Они сейчас оживут. Все, ожили. Масло на всех. У меня еще и денег куча остается, представляешь? Еще 13 секунд, это очень много. Все, опять в масло. Опять мы сейчас посадим у нас... Маслицам всем раздадим. И мы выигрываем. Мы выигрываем, ребята, спокойно. Вообще в легкую, в легкую, в легкую, в легкую, в легкую. Потому что не надо сразу сажать. Надо нам подождать немножечко. Потом только заниматься посадкой, да, наших растений. И мы, ребята, выиграли. И давайте откроем пиньяту. А, это орешек какой-то. О, спасибо. Открыли орешек второго уровня. А, спасибочки. Так, ну, как-то так, ребятушки. Так что... Это прикольная фишка.